Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Отец погибшей на Бали 18-летней блогерши Насти Трапецель попытался свести счеты с жизнью на фоне травли, как пишет Стархит. В социальных сетях родители разбившейся на мотоцикле девушки не раз жаловались на нападки со стороны Читы Лебедевых, молодой семейной пары, приютившей Настю, когда та приехала пожить на остров. По их словам, между ней и родителями часто происходили конфликты на почве финансовых вопросов. В частности, они заявили, что за несколько часов до трагедии девушка рыдала из-за ссоры с папой, который якобы отчитывал ее за неисполнение договоров с рекламодателями. В видео отец Трапецель заявил, что в его семье едва не произошла еще одна трагедия, так как один человек не выдержал травли со стороны Лебедевых. Также в посте появилась запись: «Папа хотел уйти к Насте», которая позже была удалена. Родителей погибшей блогерши также осуждают некоторые пользователи, возмущенные тем, что они продолжают делиться роликами дочери после ее смерти. Их обвиняют в хайпе и привлечении подписчиков. О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-миллионника стало известно в июне. 18-летняя девушка разбилась на трассе после того, как с ее спортивным мотоциклом произошел воблинг, колебание руля, с которым она не сумела справиться. На другом мотоцикле ехал молодой человек Насти Трапецель. Их транспортные средства столкнулись, после чего блогер влетела в отбойник и погибла. Девушка родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Она вела блоги с 12 лет.